Приветствую вас. Как и сказали мои коллеги, здесь крайне важно разграничивать ваши собственные страхи, ваши собственные переживания и то, что реально происходит с ребенком. Вот. Что я имею в виду? Значит, нужно сказать, что диагностировать наверняка и наверняка подсказать вам, что происходит с вашим ребенком, может только врач. Врач, значит, детский психолог, вот, детский психолог, психотерапевт, вот, и так далее. Это важно, достаточно. Но также очень важно поработать с вам с собой, со своей тревожностью, со своими страхами, со своими переживаниями, которые у вас, вероятно, имеют место быть. Чтобы ребенку это не передавало, чтобы на ребенка это не влияло. Вот это крайне важная история, которую и необходимо как раз таки исследовать. Важно, чтобы у вас было спокойствие. Важно, чтобы вы были в гармонии с собой, чтобы вы чувствовали себя сами хорошо. Максимально хорошо. Максимально хорошо в контексте вот, ситуации. И чтобы ребенок не чувствовал ваших переживаний. Вот это то, что я могу вам сказать сначала. Но, на данный момент, это то, что я могу вам ответить. То, как, точнее, я могу вам ответить. Вот. Исходя уже из дальнейшего, вот, уже можно будет сделать какие-то выводы, уже можно будет в каких-то направлениях вам двигаться. Вот. То есть возможно. А если вы поработаете над собой, вот, возможно, если вы поработаете со своими переживаниями собственными, вот, то ситуация будет лучше. В том числе и для вас. Вот. И вам будет более ясна ситуация, даже в случае обнаружения каких-либо нарушений и проблем у вашего ребенка.
это то, что я могу вам ответить. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.